Чем страшна эта война? Что мы видим типично советский пейзаж, типично советский мост. Бетонные шпалы, электрифицированная железная дорога. Что все... Все как на гигантских просторах бывшего Советского Союза. Ничего нового. До боли знакомый пейзаж. Смотрим в сторону и видим вот это. А это уже напоминает Сирию, Ливан, напоминает что угодно, только не Донбасс, не бывший Советский Союз.